Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу показать, как сделать клубнику в шоколаде. Честно признаюсь, делаю это в первый раз. Будем делать вместе. Мне понадобится, конечно же, клубника. У меня здесь белый и темный шоколад, шпажки и некоторые украшения. У меня есть маршмеллоу, возможно, я тоже его использую. Клубнику надо хорошо помыть и, конечно, высушить. И пока моя клубника сушится, я растоплю немного шоколада, чтобы закрепить шпажки. Шоколад я буду топить на водяной бане, поэтому даю воде закипеть. Вода кипит. И я насыпала немного шоколада в тарелку и теперь на водяную баню. Мой шоколад начинает растапливаться и, конечно, нужно помешивать. Вот он уже становится мягким. Ну вот, шоколад вот становится вот таким мягким. И теперь я буду брать шпажки вот так в шоколад и затем буду закреплять на клубнике. И, как я уже говорила, шпажку в шоколад. И клубнику. Следующую. Затем мы поместим клубнику в холодильник, и все у нас хорошо будет держаться, все закрепится. И продолжаю работу. Моя клубника готова, и сейчас на минут 20 помещу в холодильник. И пока клубника в холодильнике, я растоплю еще немного шоколада. Я растопила шоколад, вот он уже вот такой тягучий. Клубника у меня закрепилась, уменьшила огонь. И теперь беру клубнику, вот так. Все лишнее убираю и надо покрыть все шоколадом. В идеале, конечно, это поместить в какую-то баночку или что-то, но буду действовать как есть. Вот лишнее даем, чтобы все стекло. Можно домазать. И вот здесь у меня есть всякие вот такие красивые штучки. Так, все у нас тут. И можем немного посыпать. Больше, меньше. Это кому как. И немного блеска. Вот. Вот что получается, и отправляем сушиться. У меня остался шоколад, и я решила сделать несколько маршмеллоу в шоколаде. Вот так я их. И также отправлю сушиться. Вот здесь у меня уже сушится клубника. Теперь я также растоплю белый шоколад и поступлю точно так же. Вот здесь у меня все подсушивается, так что приступлю к белому шоколаду. Белый шоколад я тоже растопила. Беру клубнику и также так все промазываю.
Белый достаточно густой, он сложнее промазывается, но все же возможно. Даем стечь лишнему. И тоже украсим. И отправим сушиться. Вот что получается. И продолжаем. И вот моя клубника отправилась сушиться. И завтра покажу, где же я ее буду использовать. Это уже утро, ночь они постояли, все застыло и получилось очень симпатично. Мне нравится. И, конечно, сегодня чуть позже покажу, в какой композиции я буду все это использовать. Это вот у меня оставался шоколад, я сделала маршмеллоу. Очень легко и красиво. И, конечно, сегодня к празднику я все это использую. Вот такая целая тарелка вкусняшек у меня получилась. Убираю в холодильник и позже покажу, конечно, все это в композиции. На сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Вы приготовите это для себя и порадуете своих любимых. И приоткрою секрет. Клубника, бутылка вкусного вина. Конечно, тут розочки. И посмотрите, какие бокалы. Не знаю, передает камера или нет. Они с таким перламутром. Такой очень красивый цвет. Вот сегодня я буду делать композицию. Все это соберу вместе. И, конечно, поделюсь.